Представляешь, Амира Кассет Айдана встречается. Да, конечно, я ему скажу, кто если не, блядь. Все, давай. Салам, брат. Алейкум ассалам. Посмотри, пришел ты в кафе, ты хочешь себе новый донер? Или есть чей-то покусный, где уже майонез течет, а? Конечно, новый. Вот. Чему вопрос, брат? Ладно, так не поймешь, да? В общем, Айдан твой вот это вот, каждый выходный тусит по всяким заведениям. Серьезно. Ты что, ее фотки в Инстаграме так не видел? Открытый пупок, это все вот это все. Ну, ты что, не знал, за ее прошлое, как можешь идти с ней в будущее, а? Звони прямо сейчас и бросай ее. Алло, Айдана, все, мы расстаемся, потому что ты легкомысленно, все, пока. Красавчик, вот это вот мой братишка. Рахмет, брат, ты меня спас, а что ты не влюбился? Не говори это слово. Поначалу, не скажешь, а потом, Вот, давай еще, обращайся, знаешь, я за всех знаю. Чё тебе надо? Короче, Тима, мы с тобой больше не можем общаться. В смысле? Потому что ты черт, лох и шмара. Ты чё, ты что ли?